Ой, ну что же это сегодня за день такой? Все кувырком, но ведь только вчера все было как всегда. Ой, а что если? Если вдруг это я сама сегодня стала не такая? Вдруг правда ночью в кого-нибудь превратилась? Погодите, погодите. Если я стала не я, тогда самое интересное. Кто же я теперь такая? Ой-ой-ой, вот это называется головоломка. Что если я превратилась в кого-нибудь из своих подруг? Жалко, конечно, но я не Ада. У нее такие чудесные локоны, а у меня волосы совсем не вьются. Но я, конечно же, и не Мэгги. Я-то столько всего знаю, а она бедняжка, такая глупенькая. Вообще, она это она, а я это наоборот я. Значит... Ой, у меня так и правда скоро голова сломается. Лучше проверка я, все знают, что знаю, или не все. 4×5 – 12. 4×6 – 13. 4×7. Я так никогда до 20 не дойду. По-моему, что-то не то. Ладно, таблица умножения не читается. Возьмем-ка лучше географию. Лон – это столица Парижа. Париж – это столица Рима. А Рим? По-моему, опять... Что-то не совсем то. Что же теперь делать? Наверное, я все-таки превратилась в Мэгги. Ой, знаю, прочту с поражением какие-нибудь стишки. Но хоть эти в школу, собирайтесь.